Все, рыжик уже у нас. Достали. Пошли, хорошенький. Пошли. Все, хорошо. The Russian invaders may be preparing to withdraw from Kherson region. Russians filled holding ponds in Yakimivka district, Zaporizhia region, and then blew them up. This caused flooding of the M14 highway, the route to Kherson, and a wide area of the countryside. Yesterday, the Russian Defense Ministry made a statement about destroyed Ukrainian equipment, in particular 8 Leopard tanks. Terrorist Prigozhin commented by making fun of it. And today, a video of allegedly destroyed Leopard tanks by Russia appeared. However, the vehicles in the footage published by the Russian Ministry of Defense do not resemble any tanks at all in their silhouette. They most resemble combine harvesters, clowns. In the eastern part of Crimea, an enemy UAV was jammed and landed by means of electronic warfare. The Russians joyfully wrote, not yet knowing that the landed drone is the Iranian Mohajer 6. Clowns again. This is the video confirmation of the liquidation of airborne Colonel Andrei Stesev in the Russian Belgorod region. The fighting on Russian territory continues. Russian soldier Yehor Guzenko, who is in Kherson region, confirmed that Russians blew up Kakhovka Dam. He is happy and calls for blowing up other dams. А сколько я говорил про то, что однажды эту дамбу взорвут, вот, когда мы оставили Херсон. Очень-очень много про это было, вот, но мне не верили. Точнее, верили, но не все. Сейчас, на сегодня, что я могу сказать? Я не буду говорить, кто ее взорвал, судить об этом, как бы, но с тактической точки зрения про наступление на Херсонском направлении хохлы могут забыть, это раз. Вот. И сейчас вопрос в том, насколько эффективно, организованно эвакуируют с островов наших ребят, вот, и с прибрежной линии переместят на другие позиции. Все. Вопрос весь в этом. Если это все пройдет без потерь, то можно вообще хоть все дамбы, блядь, на Днепре повзрывать нахуй, на пользу, блядь. А и да, если все пройдет, как говорится, по плану, как в песне гражданской обороны, то на Днепре есть еще другие ГЭС, с которыми, я думаю, стоит разобраться. The head of Ukrainian Hydroenergo says that the scale of destruction from the Russian terrorist act will be clear about a week after the flood subsides. This should start in a few days. Не розрушена внизу, то тоді ми побачимо, що ще 3 метри десь води, може глибиною 3 до 3 метрів, може залишитися в Каховському водосховищі. Але по характеру руйнування, то, що ми спостерігаємо з 4-ї ночі до цієї години, скоріш за все, на 90%, що водозливна гребля розрушена до нульової відмітки. І протягом 4 днів ми очікуємо, що водосховище буде спрацьоване до нульової відмітки. І, звичайно ж, підніметься відмітка в Херсоні більше 3 метрів і буде підтоплено більше 37 населених пунктів вздовж річки Дніпро до Херсону і до Чорного моря. Тобто ось ця карта, да, яку ми зараз бачимо на екранах, вона, ну, плюс-мінус, да, відповідає дійсності, якщо дійсно до нуля розрушена плотина. Так, звичайно, це ми бачимо, і характер буде розливу, і підтоплення. Попереднє моделювання, воно передбачає, приблизно 35-37 сіл попаде в зону затоплення. Це буде продовжатися, ви сказали, в течение 4 суток.
Спрацювання чотирьох пік ми будемо бачити завтра зранку. Потім через 2-3 дні вона завтра застабілізується, і на третій-четвертий день почне спадати. І ми думаємо, що протягом 10 днів вся вода вже відійде вся в Чорне море, і коли буде водосховище пусте, звичайно, русло Дніпра до Чорного моря буде теж вже з малою кількістю води. Crimea. There is no gasoline, and there are restrictions in ATMs. Russians put sticks in the wheels of those who want to escape from Crimea. Due to the undermining of the Kakhovka Dam, Crimea may be left without water. Therefore, there were many who wanted to escape from the growing humanitarian catastrophe. However, the inhabitants of the peninsula faced a number of problems. Sberbank has introduced restrictions. Now only 300 rubles or $3.70 a day can be withdrawn from ATMs. With gasoline, the situation is no better. There are huge queues at gas stations, and in some places there is no fuel at all. These are satellite images of the Russian man-made disaster at the Novo-Kakhovka Dam. The scene resembles a big-budget Hollywood post-apocalypse movie. However, this is the reality of the Russian world. And the perpetrators of this war crime, another crime against humanity, will appear before the International Criminal Court. Prigozhin predicts the liberation of Bakhmut by the forces of the Ukrainian army in a month and a half. Вот у нас сейчас, потом, наверное, коснемся этого на Запорожском. В направлении идет катастрофа. Это катастрофа, при которой взято уже Новодонецкое, противник туда зашел. И если войска будут отступать дальше, отступление войск в глубину 5-7-8 километров, это значит потом бесконтрольный заход противника на любую глубину. И если ты заходишь на чужую территорию, которая исторически, грубо говоря, не твоя, да, там в обозримых там 10-15 лет, то ты можешь затормозиться, потому что идет сопротивление мирных жителей, требуются пути подвоза и так далее. Но мы же хорошо понимаем, что 50% жителей на этой территории, это как минимум, они будут помогать ВСУ. И поэтому, как только ВСУ зайдет чуть-чуть вглубь, то дальше они пойдут на Бердянск и на Мариуполь. И остановить их будет невозможно. Вот у нас сейчас, потом, наверное, коснемся. What is your message to Russia on the dam explosion in Ukraine? We're not leaving. We're going to help Ukraine. What's your message to Russia on the dam explosion in Ukraine? We're not leaving. We are not leaving. We're going to help Ukraine. But it happens that animals are left behind. However, there are good-hearted people who save four-legged friends. Тихо. Я повыдаю, я это. Она боится, понял, сильно. Там второй этаж. Вот он, бункер. Вот бункер, это мой бункер. Я вижу. Какой дом? Все самое ценное. Пусть наоборот, экран. Берем. В смысле, это вытянули? Я тянул, чтобы вы не это. Не затянули, чтобы. Куда, Ванечка? Мудрица, может, наличка надо? Молодец! Какой молодец! Блядь, да! Иди сюда! Братишка! Ты шаляй какой! Хороший! Давай в лодку нашу! Давайте! Я сзади беру! Не покусаюсь? Да, да. Да. Давай! Самый по лодкам или пеший? Там по лодке. Сейчас мы тебя достанем, маленькая собачка. Она вылазит на быстрее, да. Погнали. Все, рыжик уже у нас. Достали. Пошли, хорошенький. Thanks for watching, and don't forget to subscribe.
Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day, we had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.